Всем привет! Продолжаем гулять по выставкам моего городка Санкт-Петербурга. Хочу представить вам выставку вневременной живописи Андрея Воротилова. Называется она «Хор». Как написано в анонсе, произведения полностью лишены каких-либо временных и пространственных обозначений. По ним невозможно понять, где и когда происходят события. Человек, являющийся главным героем основной части картин, словно бы выхвачен из калейдоскопа происходящих событий, является центром вселенной в данный момент. Они действительно нетрадиционны, образы представлены на них. Один конкретный голос в хоре других голосов, человек в минуту глубоких раздумий, молитв, фантазий. Человек-гражданин, носитель собственного голоса, в общем хоре человек в минуты мистического таинства, молитвы или скорбного размышления, человек, погруженный в фантастическое видение памяти. Воротилов Андрей Алексеевич родился в 78 году в городе Горько, поступил в Кемеровское художественное училище в 93-м, в 2001-м поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина на факультет живописи, окончил в 2007 году, работает преподавателем живописи, рисунка и композиции в Государственном академическом художественном лицее имени Йогансона при Институте живописи, культуры и архитектуры Репина. В 2014 году, к 2014 году был принят в Союз художников. Ну вот, посмотрите на эти работы, скорее всего, у вас сложится какое-то определенное мнение. Вот все, что я хотел достигнуть. Я думаю, что я и достиг, если у вас сложится какое-то определенное мнение по поводу этих работ Андрея Воротилова. Все, всем пока, всем привет, до свидания.